может завязать. Уланова рассказала о самом сокровенном. Сегодня 6 марта отмечает круглую дату популярная исполнительница Татьяна Буланова. В честь юбилея артистка дала откровенное интервью. По мнению Татьяны Булановой, первый успех она почувствовала в 1993 году, когда она со своей командой приехали на Дальний Восток. У нас было по 3-4 концерта в день. В течение 2 недель мы ездили. Это конкретно я помню. Были во Владивостоке, работали в каком-то театре. Я сижу и думаю, мы пролетели такое огромное количество километров, на нас хотят, нас любят, рассказала певица. Исполнительница убеждена, что для достижения успеха артист должен обладать сильным характером и быть готовым к препятствиям, иметь единомышленников и везение, ну и, разумеется, талант. Татьяна Буланова получила известность благодаря ряду грустных песен, повествующих о нелегкой женской судьбе. Частенько во время исполнения певица плакала. Артистка призналась, что пыталась совладать с эмоциями, но ничего у нее не получалось. Я уже думала, что со слезами надо как-то завязывать. Сколько можно? И ничего. Начинаешь петь, и что-то подступает. Если я плачу, все это действительно настоящее, призналась Татьяна Буланова. При этом она опровергла информацию о том, что якобы перед выступлением мажут под глазами бальзамом звездочка. Попробовали звездочкой хоть раз под глазами намазать, ты просто глаз не откроешь. Нет никакой звездочки. И не было, конечно. Цитирую Татьяну Буланову. Певица была замужем дважды за продюсером Николаем Тагриным и футболистом Владиславом Радимовым. Каждому она подарила по сыну. Сейчас артистка в разводе. Тем не менее, Татьяна Буланова не исключает возможности третьего брака. Букет я недавно поймала, но я надеюсь, что эффект будет скоро, призналась артистка.